Всем привет, друзья! Собственно, посылочка. Что у нас тут? Должно быть 12 штук. 3x 4, 12. Собственно, это у нас... Хотя у продавца было все в одной коробочке красиво, но хрен с ним. Короче, в чем прикол? Это амбушюры пенистые, которые перед тем, как вставить в ухо, надо немножко спрессовать. Да, я все правильно открываю, только что-то оно не открывается. Эти что-то прям на века сделали. Китайцы. О, открыл. Получается, перед тем, как их засунуть в ухо, их немножко нужно помять и потом вставить в ухо. Они там уже приобретают форму самого уха и, собственно, никуда не денутся. И качество звука лучше. И, собственно, уху не так больно, не так утомительно. В общем, взял, они тут самые разные, не знаю, правда, чем отличаются, кроме цвета, но, надеюсь, подойдут. В общем, такие вот. Это я уже себе взял для всех полностью наушников, чтобы уже было счастье. В общем, такое вот видео, народ. Ссылочки оставлю в описании. Всем пока!